Дина, здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Хочу пересадить свои, вернее, посадить, а не пересадить, деточек с орхидей. Вот с одной орхидеи. Это у меня кто? Это у меня Summer Love. Вот, похоже. Вот, которую мне лето плохо пережила. Но ничего, начинает восстанавливаться. Решила, думаю, уберу. Уберу от нее. Вот она мне листочек новый уже после жары. Но и нечаянно, видите, его надломила. Вот, отрезала цветоносик. Был на цветоносик. На цветоносике вот эта детка тоже была обмазана у меня. Немножко Максимом, видите, да, и листик, и фундазолом. Так как там тоже я убрала листочек. Что-то мне там не понравилось, я уже сейчас не помню. Вот, и прекрасно, видите, пережил. И я смотрю, как бы корешочки стали подсыхать. Пора пересаживать, вернее, сажать. Так как, наверное, ему сложно. И нету возможности набраться от мамки, вот от этой сил, наверное, не хватает мамке также, чтобы вырастить нормально эту детку. Обрезала и намазала Максиму. Сейчас, когда подсохнет, буду уже сажать. И это также. Это у меня уже Summer Song. Вот он мне, который дал детку. Он мне дал два цветоноса. Это уже домашнее цветение. Вот. Буду сейчас тоже. Вот, кстати, надо обмазать. Обрезала цветонос, на котором детка была. Так, замазываю Максимом, чтобы, не дай бог, туда ничего не попало. И не началось гниение. Вот. Вот так. Такая моя красотка. И вот от нее деточка также срез замазала Максимом. Вот такие кудрявые корни. Буду сажать. Буду сажать вот такие маленькие стаканчики. Ну, а что делать? По-другому никак. Посажу вот этих маленьких лапулечек. Такие маленькие стаканчики. Вот. На одну керамзит. Вот, пойдет. Потом цафорочку закину. Затем будет у меня триферум. Правда, у меня уже заканчивается. Мне надо пополнять свои запасы. Вот, вот он, триферумчик. Вот. Отлично себя показал. Так что буду сейчас сюда добавлять еще побольше керамзита, так как все-таки они небольшие. Керамзит у меня, конечно, будет играются. Рюша, Софа. Сделала вот так, цафорочку насыпала. Вот. Керамзитик. Надо будет теперь уже. Вот это подходит. Это, конечно, маленькая. Она совсем такая маленькая, крошечная. Может, надо было ее подождать, пусть еще нарастила бы себе крышочки. Ну ладно, да бог с ней. Сейчас еще сюда керамзитика побольше насыплю. Теперь засунула сюда триферум. Делаю такую ямочку. Как гнездо. Вот. Сюда уже крупный пойдет, покрупнее пойдет керамзит, дабы на попочку, чтобы ни триферум, ничего другое не касалось. Не касалось. Сюда тоже. Получается, кривенько посажу, потому что сама орхидея кривусенькая. Вот, видите, вот так вот ее посадить. Как-то так, что ли. Вот, посадила зайку. Вот такая посадочка получилась. Пусть теперь будет тянуть корешочки.
туда больше к влаге. Циофлорочку, которая хорошо держит влагу. Триферм тоже. И главное, что основание у попочки керамзит, который не будет давать гнить шеи основания. Вот. Это вот это вот у меня зайка. И теперь другую посажу. Также сейчас триферм сделаю, но уже гнездо я так делать не буду. Прям так совсем. Хотя, может быть, нет. Также, скорее всего, да. Прюшу вышагивает. Все, посадила вторую маленькую зайку. Вот. Я посадила две деточки. Потом, когда цветут у меня муколы деточки, отцветут, при уши не лезь, воспитывает ее. Я буду тоже сажать уже деточек муколы. Эти вот красоточки найду фотографии этих орхидей. И я вам покажу деточек этих орхидей. Полью уже завтра. Дабы и так они стресс получили, завтра уже полью. Пусть пока так посидят, привыкают. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно. Кто пишет комментарий, хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, не болеть, мои дорогие, всех вам благ, исполнения желания, чтобы все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, дедушек, бабушек, мужей, жен, деточек, питомцев. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разной вероисповеданиями. Всегда новых встреч, до свидания.